ребята, всем привет! Меня зовут Лика. Сегодня, наконец-таки, долгожданное видео, которое вы очень долго ждали. Практически под каждым видео в комментариях вы просили, чтобы я сняла видео, в котором покажу всю свою канцелярию, которую я купила к школе. И вот именно сегодня я готова вам показать ее. Кстати, как вы заметили, на моем канале очень часто выходит видео на тему Back to School. Какое следующее видео на тему Back to School вы бы хотели увидеть на моем канале? Пишите свои варианты в комментариях. Может быть, прическа к 1 сентября, маникюр или что-то другое, пишите. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не мой подписчик. Я хочу начать свое видео с рюкзаков. Итак, очень часто в комментариях вы просите меня показать мой старый рюкзак. Ну как старый, он практически новый, и в этом году я тоже буду с ним ходить. Итак, вот такой вот черный рюкзак, он кожаный. Кстати, он очень вместительный, но в то же время он не громоздкий. Здесь мой любимый брелочек, мой пушистый зайчик. На новый рюкзак, который я вам тоже сейчас покажу, я уже заказала прикольный брелочек с Алиэкспресс, но, к сожалению, он еще не пришел. Но скажу по секрету, он тоже такой мягенький и пушистенький. Итак, а вот мой новый рюкзак. Честно говоря, я даже не задумывалась о новом рюкзаке, так как у меня есть, он в хорошем состоянии, и я думала, что буду ходить с ним. Но когда я увидела вот этот рюкзак, я просто в него влюбилась и поняла, что он мой. Я, конечно же, его купила, и я очень рада, что у меня теперь есть вот такой рюкзак. Я уверена, что смогу сюда распределить всю свою школьную канцелярию. Ну а теперь давайте я вам покажу школьную канцелярию. Итак, начну я с тетрадок. Очень часто в комментариях вы пишете, зачем я купила простые, скучные зеленые тетради. Ведь так много ярких, красивых тетрадей. И, конечно же, я купила много красивых тетрадей. Но по некоторым предметам нам нужны, к сожалению, простые, скучные зеленые тетрадки. Поэтому я купила вот такую стопку тетрадей в клетку. Здесь получается 60 тетрадей. Мне они, в принципе, пригодятся и для черновиков. И купила такие же зеленые тетрадки, тоже 60 штук, в линию. Ну а теперь я вам покажу нескучные, красивые тетрадки. Я тоже очень люблю необычную канцелярию, красивые тетрадки. И начнем вот с этой серии. Это общие тетради. Здесь 48 листов. Листы все в клеточку. Ой. Мне эти тетрадки понравились тем, что на обложке нарисованы вот такие вот яркие леденцы. А я очень люблю сладкое. А также я купила вот такой расцветки тетради. Я думаю, это какие-то трубочки бумажные. Тоже тетрадка в клетку. Ну, а на этой обложке вот такие вот разноцветные пуговицы. Тоже, по-моему, очень яркая тетрадь. Вот эти тетрадки я купила в фикс-прайсе. Мне очень нравится вот эта тетрадка. Она на кольцах, в клетку. И здесь 96 листов. Мне очень нравится обложка. И еще купила вот такую вот тетрадку. Я уже сделала на нее обложку. Я ее тоже купила в фикс-прайсе. Она тоже в клетку. И здесь 80 листов. Ну а эта тетрадка вот с таким прикольным енотом, с фотоаппаратом. 48 листов и листы в клетку. Еще я купила вот такие вот тетрадки, 12-листовые. Эта тетрадка в клетку. Также здесь есть в линию. То есть я, получается, купила 2 в линию и 2 в клетку. Сегодня я еще купила блокнотики, и я только сейчас заметила, что на блокнотике точно такой рисунок. Но к ним я вернусь позже. И еще есть такой рисунок. Так, а теперь я покажу вам тетради по предметам. Их я все уже одела в обложке. У меня здесь 11 тетрадей по каждому предмету. Надеюсь, ничего не забыла. Кстати, сейчас вы, наверное, думаете, зачем мне 2 тетради по истории. Просто у нас история в школе делится на 2 предмета. История России и всеобщая история. И тетрадки нам нужны разные. Вначале я вам покажу вот такие большие блокноты. Мне очень нравится мятный цвет, поэтому я взяла 2 таких блокнота. Ну а к тому же здесь моя слабость – это сладости.
блокнотики в клеточку. И здесь, по-моему, 80 листов. А еще сзади нарисован такой какой-то десертик. Я вначале подумала, что это шоколадка лимонная. И еще я взяла вот такой вот блокнотик в фикс-прайсе. Здесь 96 листов и на каждой страничке новые рисунки. Мне очень нравится Париж, и я очень надеюсь, что когда-нибудь там побываю. Также я купила сегодня еще вот такие вот небольшие блокнотики. Здесь 32 листа. Все они с прикольными яркими обложками. Ой, еще я забыла показать вот такие вот тетрадки. Здесь 96 листов, и они тоже в клетку. Но мне в основном нужны тетрадки в клетку. В линии у меня даже с того года еще тетрадки остались, а в клетку уже ничего нет. Мне очень понравились обложки. Вот это такая яркая, а это такая нежная обложка. В этом году у нас будет черчение, и нам нужна вот такая вот большая тетрадка, 80 листов, и обязательно, чтобы не было полей. Еще я купила вот такие вот стикеры, они очень яркие, и мне понравились их формы, фигурки. И также мне понравилось, что стикеры не бумажные, а, я не знаю, они как будто бы пластиковые какие-то. Еще я купила вот такой вот конверт для бумаги, он на кнопке, и мне он, скорее всего, пригодится для рефератов. Еще я купила две упаковки обложек, вот такие вот обложки, они чуть-чуть побольше, 10 штук в обложке, ой, здесь 10 штук в наборе, и они плотные. А эти обложки я купила в фикс-прайсе, здесь 20 штук, эти обложки для тетради и дневников, но они уже не такие плотные, как первые. Ну, в принципе, тоже пойдут. Также я купила вот такой вот канцелярский клей. Он всегда пригодится. И два клея-карандаша. Теперь давайте покажу вам мои ручки. Моя любимая ручка. Это пушистик. Она очень мягенькая, разноцветная, и я от нее в восторге. Также я еще заказала ручку с Алиэкспресса, но, к сожалению, она еще не пришла. Но я вам ее обязательно покажу, когда она ко мне придет. Еще я купила вот такую вот классную ручку в Модисе. Это ручка в виде трубочки. Посмотрите, какая прикольная ручка. На первый взгляд даже не скажешь, что это ручка. Еще сейчас узнала, что вот это вот яблочко двигается. Я еще не знаю, как она открывается. Это тоже не то. Значит, вот здесь. Во! Я нашла. У нее очень тоненький стержень, а я толстый не люблю. Также я купила обычные шариковые ручки. Но это типа запасные ручки будут. А основные ручки это вот такие вот пилотовские, они тоже шариковые. Это ручки одни из самых моих любимых. У них очень тоненький стержень, чернила никогда не мажут. И я от них просто в восторге. Еще я купила вот такие вот ручки фирмы Пеликан. Здесь две ручки. Эти ручки тоже шариковые. И у них тоже достаточно тонкий стержень. Зачем я столько ручек накупила? Хотя лишние ручки никогда не бывают. Также я купила еще вот такой вот набор гелевых ручек с эффектом металлика. В наборе 6 цветов. Еще я купила вот такую вот белую ручку. Еще у меня есть вот такие вот ручки-корректор. Я их купила в магазине Fix Price. Кто пользовался такими? Довольны вы или нет? Пишите в комментариях. Еще у меня есть вот такой вот циркуль. Он розового цвета. Некоторые его называют козьей ножкой. Давайте откроем и посмотрим, что идет в наборе. Он недорогой, и я не знаю, насколько долго он мне прослужит. Кто пользовался такими, делитесь, как долго он служит. В набор идет 8 стержней. Розовый ластик. Он такой маленький, тоненький. Кстати, он похож на жвачку. И сам циркуль. Ой, кстати, он такой упругенький. Два циркуля, они вообще так болтаются, хлюпкие такие. Ну, хороший вроде. И у меня, на самом деле, первый раз циркуль вот с таким стержнем. Который вот так вот выдвигается, как механический карандаш. Остренькая иголочка, и здесь идет еще защита. С
сам циркуль пластмассовый. То меня смущает, насколько долго он прослужит, так как в основном все циркули металлические. У меня еще с того года остался циркуль, и он металлический. Я купила практически всю канцелярию, но единственное, что я не могу найти, это стержни для механических карандашей. А у меня их 3. Все они с ластиками, пишут вроде неплохо, но у этих карандашей ластики мне больше нравятся, так как они белые. А у этого карандаша синий ластик, и мне кажется, он будет оставлять след на бумаге. Ну так, карандаши в принципе похожи. Еще купила вот такие вот простые карандаши, Big. Мне нравится у этих карандашей именно то, что у них крепкий стержень. Так как в основном бывает, карандаш упал на пол, и все, сколько его не точи, стержни постоянно ломаются. Но с этими карандашами у меня такого не происходило. Но раз мы заговорили про карандаши, давайте перейдем к точилке. У меня вот такая вот милая точилка неваляшка. Она в виде белого мишки, наверное. Я думаю, это мишка. Если ошибаюсь, пишите в комментариях. Ну, внутри вот так. На уроке мне точно скучно не будет. Классная точилка. У меня первый раз такая точилка. В основном всегда точилки простые, ну, такие вот маленькие. Или какие-то там фигурки. Но такую вот точилку-неваляшку вообще первый раз увидела. Так, теперь мы переходим к моим любимым ластикам. Как видите, я не скупила весь магазин ластиков. Я купила всего 2 ластика. Этот ластик хороший. Я всегда пользуюсь этой фирмой ластиков. Он очень хорошо стирает и не оставляет следов. Этот ластик тоже хорошо стирает, но больше всего мне нравится то, что этот ластик в коробочке. Он очень красивого, нежного сиреневого цвета. Я очень люблю этот цвет. Ну а сейчас я вам покажу вот такие вот скрепки. Эти скрепки, по-моему, в виде собачек или кошечек. Сейчас посмотрим. Вот уж, я думаю, у кого как фантазия хватит, я не знаю. Наверное, кошечка, может, собачка, не знаю. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто это. Вот так вот это выглядит, по-моему, забавненько. Также эти скрепки можно использовать как закладки в книгах, и вы никогда не потеряете страницу, на которой вы остановились. Ну, эти текстовыделители я уже несколько раз вам показывала. И говорила то, что они мне нравятся именно тем, что у них видная жидкость чернила. Купила их в фикс-прайсе за 50 или 55 рублей, точно не помню. Я уже пробовала, как они пишут просто супер, они очень яркие, и они компактные, так как в одном фломастере 2 цвета, то есть они двухсторонние. Ну, а этот я купила в Ашане, мне понравилось, что этот текстовыделитель тоненький, и он тоже яркий, у него очень яркий желтый цвет. А какие текстовыделители предпочитаете вы? Пишите в комментариях. Ну и последнее, что я хочу вам показать, это мои пеналы. Первый пенал вот такой вот, он прозрачный. Мне очень понравился здесь рисунок. Я его купила по акции, он вообще недорогой, стоит 20 рублей. Купила его в детском мире, но, честно говоря, я еще не придумала, для чего я буду его использовать. Может быть, будет просто запасной, а может быть, я его буду использовать для черчения. И последнее, я хочу вам показать вот такой вот пенал. Это единственная канцелярия, которая пришла с AliExpress на данный момент. Мне очень понравилась его расцветка, здесь мои любимые сладости. На мой взгляд, он очень необычный, и к тому же он вместительный. Я уже попробовала туда положить и ручки, и карандаши, и даже клей-карандаш. Все туда влезло и застегнулось. Этой покупкой с AliExpress я очень довольна. Также у меня есть силиконовый пенал бирюзового цвета с того года. Он у меня в идеальном состоянии. Я уже несколько раз показывала в своих видео этот пенал. И с ним я тоже буду ходить в этом учебном году. Ну, может быть, просто буду их менять, посмотрим. Ну что, ребята, надеюсь, вам было со мной интересно. Пишите свои идеи для видео в комментариях. И всем пока!